Всем привет, пупсярыщи мои, и сегодня у нас новая рубрика. Именно это боевые приемы. Так вот, я вам покажу боевые приемы. Сразу говорю, я могу какие-то из этих забыть приемов, так что не ругайтесь. Ну, так вот, для этого мы, ушки назад, хвостиком машем, чтоб пыль поубирать, как метла. Ладно. Кстати, давайте я вам покажу сперва самый популярный боевой прием. Это повалить игрока. Врага своего. Мы просто на него прыгаем, и он, короче, у нас тут валится. Или задняя укладка, или же боковой сон. Еще смотрите, например, боковой сон. Это упор. Или плоский сон. И дальше. То есть мы можем на него закрыть, еще держать можем. Дальше еще берем переднюю хромовую лапу, и так мы можем держать, например, голову или глотку. Как-то вот так, правда. Но я думала, что мы прям держать сможем. Ладно. Так. Дальше. Что-то я чуть-чуть забыла, что будем делать. Смотрите. Еще там можем... перепрыгивают вас, то когда кот... Сейчас. Я не знаю, выйдет ли у нас это... не прыгнул. Ладно. Так что-то, вообще не выходит. А тут я прыгнуть забыла. Вы прыгаете... Сейчас давайте объясню где-то тут. Смотрите, когда на вас прыгают, и игрок уже над вами, мимо вас... Я уже запуталась. То есть, когда враг уже над вами, то вы быстро прыгаете и когтями задеваете его живот, и так вы его раните. Или же вы быстро хватаете его передними лапами, и так вы тянете его вниз, и он сильно падает об землю. Вы на дороге, на скале какой-то, Так. Дальше. Дальше для этого нам надо будет задняя укладка. Когда игрок просто стоит, надо найти, шанс сделать, поранить его в живот. Что-то не туда, я его поранила. Ладно. Вот так как-то. Так мы еще написать в чат можно ваши действия. Дальше мы можем, хвостиком об лицо, пау, ударить. Сейчас.
как-то только... Ну, что-то не очень выходит с вот... Ай, ну... Мне кажется, не надо было оставить это. Ну, при вот этом, вот этой атаке не надо, мне кажется, хвост, вот такую я эмоцию не могу оставить. О боже, как она называется, я забыла. Ну, ладно. Так. Ну, еще мы можем его закрыть, ну... Ну, бегать вокруг него, пока у него не... Ой, что я ж сама отлетела. Пока не закружится голова. Ну, все, он упал. Ну, или же, если он не упал, а у него просто закружилась голова у вашего врага, то у вас будет шанс атаковать его. Ну, как-то так. Еще, кстати, вспомнила. Еще его можно тут укусить куда-то. Вспомнила еще это. Смотрите, куда смотрит ваш враг, когда прыгает на вас, туда он и будет целиться. Ну, он, ну, откуда мы можем знать, куда он смотрит? Ну, он может, например, в чат писать, куда он будет смотреть и так далее. Так, дальше, как ранить в живот вторым способом. Это просто, это, буханка сидит и сидеть в приседе. Вот так. Правда, на телефоне это будет как-то так выглядеть, на компьютере будет быстрее. Ну, ничего. Так. Ой, какой-то у нас очень живучий враг. Живчик. Так. Дальше. Смотрите, я вам покажу это. Ну, совет. А не факт. То есть вы находите какой-то запах, потом вы валяетесь в нем, например, запах лаванды, травы. А у травы есть запах? А, да. Так. Ну, или же вот это, как сделал Крутобок после того, как это... Ну, вы поняли. С этой... Я забыла, как я зовут. После встречи с ней. Ну, и потом вы после того, как обвалялись в этом запахе, там можно лисячим или каком-то, то вы просто прыгаете на игрока, потому что он вас не сможет унюхать. Так, дальше, смотрите, когда вас повалили, мы можем вот так, мы можем вырваться или же откинуть его, ну, задними лапами. Или поцарапать в живот задними лапами. Еще мы можем передними лапами ранить его в лапу, если достанем. Так. Мы для этого... Ой, какой сидит в приседе. Надо будет заднюю укладку и боковой сон. Мы вот так вот можем вырываться или же откинуть его. То есть мы... Боковой сон, и потом резко на заднюю укладку, и так, то есть, мы задними лапами выходим, что оттолкнем его. И, или же еще, если так делать не быстро, а медленно, как на телефоне, то мы, ну, то есть, так выйдет, то, что мы сможем вырваться. Ну, как-то так. Ну, только так надо больше раз сделать, а я меньше. Ну, ничего. Так вот, ну что ж, ну а на сегодня все. Ну, я больше якобы не знаю. Не, ну я если узнаю, то сделаю вторую часть. Ну что ж, ну а на сегодня все. Всем пока-пока и до скорых встреч. Подпишитесь на канал, пожалуйста. Пока!